Наш регион обладает высоким научно-технологическим потенциалом, занимает лидирующие позиции во многих федеральных рейтингах. В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации Ульяновская область входит в топ-5 по индексу научно-технического потенциала. Изменение геополитической обстановки для нас с вами обострило значимость и подтвердило правильность того пути, который был выбран по развитию технологий в рамках тех процессов, которые происходят по импортозамещению. Мы видим достаточно серьезное количество открывшихся окон возможностей. С 2022 года полномочия регионального представителя Фонда содействия инновациям возложены на Альберта Гатаулина, директора Агентства инновационного развития. Фонд содействия инноваций – это общеизвестный российский институт, который занимается поддержкой инновационного бизнеса и тех идей, которые имеют шанс стать коммерчески успешными. Основная наша цель сейчас – это расширить воздействие информационное на потенциальных наших коллег, партнеров, которые, может быть, не знают о том, что существует такой вариант поддержки, финансовой поддержки инновационной деятельности, либо знают, но не готовы рисковать. То есть нам нужно расшатать немножко это поле, и в первую очередь мы делаем ставку именно на молодежь. За заслуги в развитии отрасли авиастроения в Ульяновской области, высокий профессионализм, плодотворную рационализаторскую деятельность и многолетний добросовестный труд грамотой губернатора Ульяновской области награжден Аркадий Лебедев. Его изобретение позволило сделать труд бортпроводников во время полета более продуктивным. Оно было выпущено, изобретено взамен старого изобретения, этого штатной системы самолетной, которая была неудобна в этом плане. То есть бортпроводник видел информацию только в виде десятичного исчисления, то есть номер ряда. Приходилось запоминать. В работе Совета по развитию инновационной деятельности принял участие представитель Куйбышевской железной дороги. Реализация проектов в сфере инновационной деятельности является одним из приоритетных проектов компании. Разработчикам мы предлагаем нашу экспериментальную оценку, производственную инфраструктуру для проведения испытаний. Наша главная задача – внедрение и тиражирование высокотехнологичных инновационных технологий. С целью ускорения процессов разработки инновационных технологий совместно с Ульяновской областью и Куйбышевской железной дорогой в августе будет проведен конкурс финансирования инновационных проектов. В Ульяновской области сформирована вся необходимая инфраструктура для дальнейшего развития инновационной деятельности. Благодаря этому есть возможность запустить инновационный лифт, то есть буквально выращивать успешные технологические компании от появления идеи до стадии устойчивого бизнеса. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.